Сегодня 3 января. Ровно 170 лет назад, 3 января 1851 года, Самарская уездная почтовая контора была преобразована в губернскую почтовую контору второго класса. Находилась она в ведении почтового департамента Министерства внутренних дел. Ее сотрудники координировали и контролировали работу почтово-телеграфных отделений, занимались вопросами открытия и ликвидации почтовых отделений, а также создания, ремонта и содержания телеграфных линий. Размещалась контора на углу улиц Успенской и Николаевской. Сегодня это улица Комсомольская и Чапаевская. 3 января 1913 года в Струковском саду открылся каток. Ледовую забаву имели право посещать ученики не только реального училища, но и всех городских приходских школ. Также в саду были расчищены аллеи для прогулок. Сегодня во всем мире отмечается необычный праздник – день рождения соломинки для коктейлей. 3 января в разные годы появились на свет русский поэт Николай Рубцов, советский российский актер театра кино Владимир Стеклов, российский космонавт, герой Российской Федерации Федор Юрчихин и другие известные люди. В народном календаре сегодня Прокопьев день. На Руси его называли полукормом, потому что к этому времени, как правило, расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 3 день января. Хорошего настроения вам и всего только самого доброго!